Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех нас с этим знаменательным праздником, с Рождеством Христовым. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом по благодати. И в результате этого мы, каждый из нас, христианин, может вступить с Богом в личностные отношения. Мы можем прийти поисповедоваться, мы можем прийти причаститься, соединиться со Христом, стать сотелесным Христу, получить от Господа прощение грехов. Это очень важно для каждого из нас. И еще один момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, это слова преподобного Серафима Саровского. Он говорил следующее. «Когда человек причащается, то благодать, причастие распространяется не только на человека, который причащается, но и на весь его род. И мы действительно должны думать не только о себе, но и о тех, кого Господь призвал к себе, чтобы там в вечности встретиться с Господом, встретиться со своими родственниками. Храни вас всех, Господь!»